школе номер один Вольно Надеждинска выполнено обследование фундамента и несущего конструктива. Эксперты подтвердили безопасность эксплуатации здания. Первый зампредседателя правительства Приморского края Виталий Блоцкий посмотрел, как организована работа по демонтажу аварийной пристройки. Выполнение демонтажа аварийной пристройки ведется согласно дорожной карте, тому графику, который утвержден и администрацией, и рассмотрен сформированной инициативной группой из 8 человек. На следующей неделе, сразу после демонтажа и вывоза строительного мусора, мы выполним рекультивацию земельного участка данного и сразу же займемся подготовкой под устройство монолитной плиты и последующего возведения легкосборного конструктива для того, чтобы аварийная пристройка превратилась в новую, в таких же размерах. Параллельно запланирован и текущий ремонт школы. Выполнено официальное обследование, которое говорит и подтверждает о несущей способности и о безопасности присутствия деток на весь период учебного последующего процесса на самой существующей школе. Есть отдельные элементы под замену балок потолочных. Мы это учли в текущем ремонте, что позволит ее совершенно спокойно эксплуатировать до момента окончания строительства новой школы. На сегодняшний день уже оформлена дефектовочная ведомость по текущему ремонту школы. Пройдем экспертизу, соответственно, будет решен вопрос по источнику финансирования, по выделению необходимых средств на текущий ремонт и на возведение новой пристройки. Ранее Виталий Блоцкий на встрече с инициативной группой жителей Надеждинского района заявил, что лично проконтролирует, чтобы в начале августа аварийная пристройка школы была демонтирована, а на ее месте возвели новую из легкосборного конструктива. Артем Белов, Диана Иванова, новости на восьмом.